Аграрии к посевной готовы, но климатические особенности весны 2018 отсрочили начало весенних полевых работ. Готовность техники, погодные условия и состояние озимых обсудили депутаты на Комитете по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Тамбовской областной думы. К полевым работам аграрии подготовлены на 98%. Весь прицепной инвентарь привели в порядок, техника отремонтирована, закуплены необходимые объемы горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений. Семена основных зерновых культур также готовы к посевной, но из-за погодных условий этой зимы в нашем и соседних регионах опасения вызывают озимые. В целом сейчас вызывает некоторую озабоченность содержание сахаров в озиму. В целом из 436 тысяч, которые у нас посеяны были осенью, 21 тысяча сейчас находится в состоянии, которое называется плохим. Но в любом случае будем смотреть в начале вегетации, как они будут себя вести, как будут развиваться. То есть потребуют ли они сплошного пересева или какой-то интенсивный уход за ними позволит их довести до удовлетворительного состояния. А остальные, значит, площади больше 200 гектаров, где-то они пополам разделились, и хорошее состояние, и состояние удовлетворительное. Но я думаю, те, которые удовлетворительные, при хорошем уходе станут тоже хорошими. В этом году снизят количество посевных площадей по сахарной свекле и кукурузе, зато увеличат сою. Посевы зерновых культур останутся на уровне прошлого года. Члены Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию обсудили и создание зеленого пояса вокруг города Тамбова. Он должен помочь в формировании благоприятной окружающей среды и сохранить массивы от вырубок. К территориям защитного пояса предложили отнести городские леса, пригородное лесничество, часть Тамбовского лесничества и неучтенный Борщовский лесной массив. Это порядка 12 тысяч гектаров.